Всем привет! Сейчас вы увидите 20 крутых и безумных вещей. Тапни лайк, если участвуешь в конкурсе. И начнем мы с очень крутой вещи. Пластилин с силиконом позволит вам быстро отремонтировать какие-нибудь мелкие вещи и доставит массу удовольствия вашим детям, ведь он легко принимает любую форму. А продолжит наш хит-парад крутой шуруповерт с головкой, да не просто головкой, а гибкой головкой на гибком шланге, которая позволит забраться во все труднодоступные отверстия. Этот шуруповерт — лучший подарок для вашего мужика. Ну или для хозяйственной женщины. Вам надоели ваши старые чехлы, хотите освежить свой автомобиль и вдохнуть в салон новую жизнь? Тогда чехлы от Коронамех — это ваш выбор. Они подойдут практически любому автомобилю. Смотрится очень круто и стильно. Сделано это чудо из эко-кожи, а стоит всего около $50. Заказывайте и наслаждайтесь. А этот чудо-девайс даже лопаткой не назовешь. Он может и вращаться, и в нож, и в тяп. В нем даже есть компас. Так что если вы хотите выживать в лесу с комфортом, то это лопатка. Вам просто необходимо. Дозатор для зубной пасты. Крепится к любой поверхности двухсторонней липкой лентой. Очень просто в использовании. Вы сэкономите на зубной пасте, а ваши дети будут просто рады этому прикольному и крутому девайсу. Всего за $5. А это крутая маска для плавания. У нее очень оригинальный дизайн. Она позволяет очень легко дышать под водой, а благодаря клапану в нижней части, если даже вдруг туда попадет вода, она спокойно выходит. Если вы собираетесь в отпуск, то это чудо вам точно пригодится и стоит всего $20. С помощью этого чудо-браслета можно превратить свою руку в дисплей смартфона. Вы спросите, а нафига он нужен? Ну, во-первых, это просто круто. А во-вторых, этот браслет не боится воды. И вы можете сколь угодно наслаждаться любимыми играми и смотреть фильмы в ванне, не боясь повредить свой телефон. Чтобы включить этот девайс, достаточно встряхнуть рукой. Мышка-кольцо. Очень крутая и необычная вещь. Фишка в том, что она позволяет работать на любой поверхности. Очень компактная и легкая. Вы можете взять ее куда угодно. Все мы не любим просыпаться по утрам. И хотя будильник очень полезная и нужная вещь, да, остается ему порой не слабо, и он ломается. Так вот, этот будильник вы никогда не сломаете, потому что он просто убежит от вас. Он будет кататься по комнате и трезвонить, пока вы будете за ним гоняться. От такой разминки вы точно проснете. Который показывает средний палец, а надпись на коврике переводится с английского как «Уходи». По мне, так эта милашка поднимет настроение вам и вашим друзьям, ну если у них есть чувство юмора. День рождения – самый долгожданный праздник в году, а этот чудо-цветок сделает его незабываемым. Мало того, что он раскрывается, так еще и играет песни «Happy Birthday to you». Ваши дети будут в восторге. Многие знают про кота в мешке, а это кот в коробке. Да не просто в коробке, это копилка. Когда вы кладете монетку, он влазит и лапкой забирает монетку. Вам точно захочется почаще класть монетки такому милашку. И вы быстро накопите денег. Умный магнитный пластилин. Потрясающая вещь. Иногда кажется, что он как живой. С ним можно делать потрясающие вещи. Все зависит от силы магнита, с которым он взаимодействует. Ваши дети точно оценят эту игрушку. Микроскоп для телефона. Очень занимательная штучка. Достаточно всего лишь иметь хорошую камеру на телефоне. И карманный микроскоп всегда с вами. Вы узнаете много нового о необычных вещах, погрузившись в этот микромир. И даже сможете снимать крутые видео. Батарейки, которые заряжаются от воды? Это не фантастика, это реальность. Куда там обычным аккумуляторам, которые заряжаются 5-6 часов? Всего 10 минут, и они вновь готовы к работе. Достаточно отвинтить крышку и положить воду. Нереально круто. Ну и раз речь зашла о воде, то как мы обычно определяем температуру воды? Правильно, методом тыка пальцем. Это прошлый век,
Супер насадка на кран позволит вам легко определить температуру воды по ее цвету. Если вода холодная до 25 градусов, она будет зеленая. До 36 – синяя. До 45 градусов она будет красная. А если выше 45, она станет мигать. Это убережет ваши руки. Свертящиеся перчатки для любителей выделиться из толпы. Всего лишь несколько светодиодов, а какой простор для ваших фантазий. С ними вы точно не заскучаете. Диспенсер с моторчиком. Не надо больше наклонять тяжелые бутылки. С ним справится даже ребенок, благодаря насосу, работающему на батарее. Можно налить жидкость, нажав только пальцем, или даже просто прислонив стакан к рычагу. Жутко удобная вещь. Муравьиная ферма – просто рай для любителей наблюдать за жизнью маленьких насекомых. Достаточно лишь залить специальный клей в эту емкость. И все, он будет строительным материалом и кормом для жителей. Один раз залил и свободен. Каждый день ваша ферма будет меняться, будут появляться новые ходы, норки, вы точно не заскучаете. Внимание, конкурс! Для участия надо поставить лайк, написать комментарий, быть подписан на канал, группу ВК, и как только видео наберет 500 лайков... Нереально, конечно, цифра, но будем надеяться. Я разыграю приз. Сам победитель выберет одну из вещей в видео, а итоги конкурса будут в моей группе ВК. Всем удачи и пока!